только отремонтировал. Нормально. Сейчас Бавор еду к тебе. Бля, иду х**, пацаны. Аж забирают. Че там за справа, я не понял. Не хвост, двигатель. Значит, ТУ там вдвое. Так, кто сломал? За ним еще да, один да, должен видел, быть. Видел, Бавор, видел. Не пробил в нижний, а это как? В нижний не пробил. Еще раз не пробил, ты чего? А что я его в нижний пробить не могу? Что за хрень? Ты рядом в нижний его не пробил. Ты прикинь? Кого? Я пар там. Нижний продерись, не пробил, третий три раза. И за ним совет должен быть. Того там выиграл, я на перезарядке как раз. Три раза я его не пробил, в нижний бронелист. Это новое что-то. И стреляю в нижний, смотри. Смотри дальше. Думаю, не понял. Ну давай по центру стрельну, как первый раз, думаю. Думаю, нифига себе. Ладно, давай в край, думаю, может центр не пробивается. Надо в край стрельнуть. Давай в край. Я в шоке. Думаю, ну вот это номер. Представь. Репорт ПР. А я был на Абрамсе М1А1. А, у меня еще нет этого ПР, да? Просмотр. Могу же я нажать броню, да? Анализ защищенности. Так, Абрамс. США. Абрамс. И снаряд какой? Какой там снаряд у меня? Ага, 29-й, походу, вот этот оперённый. Хоп, стреляю. Бля, пробиваю, слышишь? Нет, а где я чуть не пойму, они же там как хвалёные свои... Так, а слышишь? Стреляют. Я пробиваю, на полкилометра с любой, под любым углом. Пробиваю ещё, так что... Смотрю. А как я его не пробил? Я его пробиваю под любым углом, офигеть, блин. Капец. А так, гайдина, блин.